Начиная с 2011 года в Якутии выдано более 95 тысяч охотничьих билетов бессрочного действия. А для тех, кто впервые получает или нуждается в замене удостоверения, с этого года работает электронная форма оформления. Евгений Тайтонов продолжит. Последние 5 лет охотуправлением Якутии выдаются охотничьи билеты единого федерального образца. Заявление на ее выдачу принимается в бумажном виде. А начиная с этого года ее оформление стало возможным и через интернет, не выходя из дома через портал госуслуг. Для этого он должен обязательно зарегистрироваться в портале госуслуг, после чего уже подавать заявление на получение охотничьего билета. Заявление в электронном виде у нас становится все больше. Людей становится, наоборот, меньше, которые приходят, заполняя в бумажном виде заявления. Их очень мало становится. С каждым днем, получается, популяризация идет. А те охотники, которые еще не зарегистрированы в портале госуслуг, могут обратиться напрямую в охотничье управление. Тут ему специалисты помогут пройти процедуру регистрации на сайте и подать заявление на выдачу охотбилетов. Сейчас у вас на портале госуслуг идет проверка ваших персональных данных. Будут проверять данные СНИЛСа и паспортные данные, после чего вы уже будете зарегистрированы. Михаил Иннокентьевич меня сейчас познакомил с новым видом услуг. Крайне удобная вещь, никаких проволочек. Я могу многие операции производить и зарегистрироваться, и продлить разрешение на хранение и ношение охотничьего ружья. Крайне удобно. Для подачи заявления необходимо в портале госуслуги выбрать в графе «Природопользование и экология» пункт «Выдача охотничьих билетов», заполнить свои персональные данные и нажать на кнопку «Подать заявление». И через 5 рабочих дней уже можно подойти в управление за готовым документом. А к следующему охотничьему сезону в портале можно будет оформить и разрешение на охоту. Евгений Тайтонов, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.